50 метров от меня. Подходим к шлагбауму на КПП. С майором. Заходим за два периметра. Подходи, убью! У нас стрельба. Контакт! Контакт! Я тебе оружие, у тебя последний шанс. Субъект проявляет агрессию. Готов. Зачистить КПП немедленно, весь объект. Проверить каждый угол. Была автоматика, одет в черное. При нем медицина. Черный плащ, черная одежда. Может, это тот старый, о котором ждали? В общем, изъять оружие, попытаться сфотографировать лицо, тело не изувечено. Тело прострелено. Что прострелено? Это самое, лицо, я извиняюсь. А, Арчи, а можно нам какой-то предмет, которым мы можем сфотографировать что-то, чтобы просто кидать? Сделайте просто фотку пока, без этого. А, ну все, я понял. Хорошо, отлично. Данный субъект проявлял агрессию, вел себя неадекватно, начал стрелять и угрожать. Был уничтожен, ликвидирован. Хорошо, осмотрите здесь, может еще кто-то есть. Но по всему он, походу, какой-то отшельник. Будьте начеку.